Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». В Кунгуре произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Установлено в вечернее время по улице Рельсовой со стороны улицы Красногвардейцев двигался автомобиль Renault Sandero, за рулем которого находился 44-летний житель Кунгурского района. Возле дома под номером 80, выбрав небезопасную скорость, водитель не совладал с машиной. Sandero съехал в левый кювет и опрокинулся. В результате ДТП нарушитель получил многочисленные травмы головы, раны и гематомы. В момент ДТП мужчина был нетрезв, на что указали результаты медосвидетельств. Нарушитель привлечен к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. На данный момент по факту ДТП сотрудниками полиции проводится дополнительная проверка. В Кунгуре дружинница помогла полицейским в раскрытии преступления. Как оказалось, женщина сама стала жертвой правонарушения. Ее обокрал сосед по дачному участку. Придя к себе на дачу, женщина заметила пропажу металлических бордюров, установленных на ее участке. Имея более 5 лет стажа в добровольной народной дружине, помощник полиции быстро вычислила подозреваемого. Пройдя по садовому кооперативу, она заметила пропажу на соседней территории, о чем тут же сообщила в полицию, пояснив также, где искать воришку. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек. Против него возбуждено уголовное дело, ведется следствие. А за помощь в раскрытии преступления бдительной дружиннице торжественно вручили благодарственное письмо и ценный подарок. В органном зале Перми прошла церемония награждения краевого конкурса «Врач года 2017». Среди лучших оказались и 2 специалиста Кунгурской городской больницы. Ими стали Людмила Ласлова, зав. Отделения восстановительного лечения. Ей присудили звание «Лучший врач реабилитации». И Вера Радостева, лучший врач лабораторной диагностики, заведующая клинической лабораторией. Кунгурских работников медицины отметили почетными грамотами и серебряными значками. Сейчас о грядущих мероприятиях. 1 июля Кунгурский союз ветеранов боевых действий и локальных конфликтов «Братство» приглашает всех участников боевых действий и их семьи на праздничное мероприятие. Начнется оно в полдень с торжественного митинга у мемориала ветеранам боевых действий и локальных конфликтов рядом со зданием бывшего 2-го училища. Далее в 13:30 всех пришедших ждет концертная программа творческих коллективов Кунгура и специальные гости праздника – лауреаты Всероссийского фестиваля «Песня, опаленная войной», музыкальный коллектив военно-патриотической песни «Десантура» из Тюмени. Затем состоится спортивно-развлекательная программа. Все желающие смогут проверить себя в стрельбе в страйкбольном тире и посетить выставку ретро-машин. И напоследок все гости смогут отведать традиционное блюдо полевой кухни. Начало мероприятия 1 июля в 12 часов.